Нет, я спинным мозгом чувствовал, что что-нибудь она вытворит. Да. Левицкая молодец. 10 ботонов нанять, это круто, конечно. Слышь, Чернов, ты такой-то, ну, в школе не говори никому, что меня какие-то ботоны отпинали. Че ты ржешь? Я тебя убью, понял, если скажешь? Не знаю. Может, скажу. Давай. Давай, счастливо. Счастливо. Ну, так начинается очередной рабочий день. Это значит, что Новый год приближается. Мы. Вот бы в этом году он наступил хоть немножечко пораньше. Ювя-пяйвя. Да, Березкина? Ювя-пяйвя. Это на каком это она лопочет там? Привет. Терве. Дотащил. Здорово. Ювя-пяйвя. Чего ругаешься? Я тебе доброе утро говорю. А, ну да, здорово. Это куда? А это что? Подарок сотрудникам школы на Новый год. Книжка и шоколадка. О, я тут о Новом годе думаю. А ворона вовсю уж готовится к нему. Вот это я понимаю, настоящий завхоз. Ты что, финский, что ли, учишь? Да. Нафига? Ну, надо, я, может быть, поеду в Финляндию после Нового года. Да? Чё ты там забыла? Ну, там этот... Йолопуки. А, ну да, финский Санта-Клаус, знаешь. Да. А что за книжка-то, можно посмотреть? Да на здоровье. Т. Ю. Никаноров, В. Е. Мазойкова. Этика и психология семейной жизни. Катя, ты сама додумалась это купить? Ну что, тебе не нравится? Знаешь, что Березкина? Между прочим, на эти книжки была скидка, поэтому я их взяла. А тебе, дорогая моя, предстоит их раздать. А мне почему? А что, мне что ли? У меня в должностной инструкции это не написано. Так, а у меня что, написано что ли? Слушай, Березкина, мне Борис Максимович что говорит? Что я его головная боль. А тебе? Что ты его правая рука. Так что давай, вперед. У меня не было личного распоряжения. Да? Угу. Так ты зайди к Борису Максимовичу, он распорядится. Кстати, мне можешь не дарить. Мне эта макулатура нафиг не нужна. Давай, удачи. Борис Максимович, можно? О, здорово. Здорово. А что это у тебя с лицом? С тумбочки упал. Подожди. Знаешь кто? Не знаю. Беспредел какой-то. Доброе утро. Привет. Как дела? Нормально. Марина, это, конечно, не мое дело, но, по-моему, это перебор. А ты о чем? Ну, о том, что вчера с сотником случилось. Игорь, а ты откуда знаешь? Да, сорока на хвосте принесла. Давай ты не будешь вмешиваться, мне без тебя тошно. Но, с другой стороны, Марин, я тебя понимаю. Ты сделала правильно, за подлость надо платить. Я поступила правильно? Андрей, из-за меня избили. Это я поступила правильно? Марина, ты чего?
Его из-за меня чуть не убили. Я дура, я идиотка. Это я во всем виновата, а ты говоришь, что я поступила правильно. Игорь, ты вообще думаешь, что иногда? Ребята, у нас сейчас физика или химия? Лап, я не знаю. Иди, пожалуйста, отсюда куда-нибудь. А, у нас любовь здесь. Лапа, иди отсюда! Понимаю, ухожу, ухожу. Марин, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты знаешь, как я отнесся к тому, что сделал с тобой сотник. Марин, ты ему отомстила, и это случилось вчера. Вчера. А сегодня уже сегодня. А завтра будет вообще завтра. Так что, Марин, пойдем отсюда куда-нибудь. Что у нас там? Химия, физика? Игорь, у меня к тебе один вопрос. Андрей знает, что это я? Знает. Ты иди, я тебя догоню. У меня дела. Познавательный диалог. События легко восстанавливаются. Левицкая решила отомстить сотнику и сделала это очень тонко и экстравагантно. Не банальная девушка наша Марина. О, привет. Привет, Заботин. Скажи, пожалуйста, что у вас с сотником случилось? Не знаю, а что случилось? Да ему кто-то личико всеми цветами радуги разрисовал. Я его спросил, кто это сделал, а он молчит в ответ. Ничего себе. Не, не знаю, кто это, нет. Леонтьева, нам срочно надо поговорить. Идем в кладовку. Может, не сейчас, до урока 3 минуты. Успеем. Идем. Ну, идем. Леонтьева, мы так не договаривались. Ты о чем? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Зачем ты сказала Андрею, что это я наняла тех парней? Левицкая, я Андрею ничего не говорила. Ну, значит, ты Чернову сказала? Кому? Чернову! А может, я еще Лужину, Лапе, Рыбникову, еще кому-нибудь сказала, а? Значит, точно Андрею. А он уже потом сказал Игорю. Левицкая, еще раз говорю, я Андрею ничего не говорила. Че ты мне врешь? Откуда он еще мог узнать? Повторяю последний раз, для особо умных. Я с Андреем не разговаривала и говорить не собираюсь. Я с ним не здороваюсь уже 3 месяца. А ты знаешь, почему ты так сделала? Ну-ка. А потому что меня он любил. А ты бы он просто воспользовался, потому что ничего приличнее рядом не валялось. Тебя он любил, поэтому сразу бросил. А ты знаешь, лучше так. Тебе он просто мозги компостировал, держал совместную дуру. Ты пожалеешь о том, что ты мне здесь наговорила. Да, давно заметил. Мужчины спорят с помощью аргументов, а женщины с помощью оскорблений. Халуан Совитта. Я хочу... Пылесос. Халуан Совитта... Пелюнимури. Я хочу пылесос. Халуан Совитта Пелюнимури. Леночка, здравствуй. Хювиапявиа. Чего? Здрасте. Это, господи, по какому это? Это по-фински. Так, Лена, скажи, пожалуйста, журнал 11 класса не попадался тут? Попадался, это я его взяла. Я должна была сделать список родителей. Вот, ну что, сделала? Да, сделала. Леночка, девочка моя, а нельзя было вот этот журнал обратно отнести в учительскую? М? Извините. Я уже пожилой человек. Я не девочка молоденькая. Бегать туда, обратно. Зоя Захаровна, что? У меня подарок есть для вас. Какой подарок? Уважаемая Зоя Захаровна, от всего педагогического коллектива нашей школы я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, успехов и удачи в личной жизни. Спасибо. Господи. Этика и психология семейной жизни? Это мне? Да. У Бориса Максимовича все в порядке, нет? С головкой. Это не Борис Максимович, это уже завхоза. Большое спасибо. Передайте завхозу и вообще всему коллективу, ладно? Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. 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 Ага. Так. Пожалуйста. Так. Женщина, спасибо. Спасибо. Здоровье. Извините. Говорите. Они что, пожалуйста, не говорят, что ли?
Пожалуйста. Ребят, можно мне сок? Можно, конечно, при условии, если ты нам ответишь на вопрос, который нас с братом очень сильно мучает. Кто вашего сотника так перед Новым годом отделал? А? Или ты не знаешь? Ярик, а обслужи клиента, девушка, по-моему, зависла. Вот твой сок. Все нормально? Спасибо. Андрей, прости меня, пожалуйста, я не думала, что все выйдет так жестоко. Знаешь, окунечек мой, то, что ты мне решила по башке надавать, это как раз абсолютно понятно. Но то, что ты перестаралась, это факт. Хотя, может, знаешь, хорошо. Почему? А потому что я теперь виноватым себя не чувствую. Один-один. Так что все окей. Прости меня, пожалуйста, за все. Да пошла ты. Сотник, я, конечно, понимаю, что это не наше с братом дело, но все-таки не расскажешь, кто же тебя так одел? А? Много будешь знать, старик. Скоро состаришься. Ладно тебе, мы же по-человечески спрашиваем. Ой. Сотник! Андрей! Андрей! Здрасте, садитесь. Здравствуйте, Зоя Захаровна. А вы будете у нас читать этику и психологию семейной жизни? Нет, Леонтьева, не буду. Это мне педагогический коллектив подарил на Новый год. Жаль, жаль. Некоторым в нашем классе не помешало бы. Ты о чем? Как, вы еще не знаете? Что? Андрей Сотник и Марина Левицкая вступили в интимную связь, после чего он незамедлительно ее бросил. А что такого? Сотник у нас передовой парень. Все это знают. Представляете? Так, из чего вы взяли, что мне это интересно, Левицкая? Леонтьева? Я просто книжку увидела и вспомнила дела минувших дней. А Маришка, ничего, Маришка молодец, она отомстила Сотнику. Наняла десяток парней, чтобы они его отделали по первое число. Да ладно. Ну нифига себе, Левицкая, а я-то думаю, кто это нашего Сотника? Маришка, почему? А ты знаешь, что умышленное причинение вреда здоровью карается законом? Так, все, успокоились. Прекратили, я сказала. И не будем урок превращать в разборки. Кстати, а где сам Сотник-то? Утром был, сейчас нет, Зоя Захаровна. Так, все, успокоились. Открываем тетради. Ну-ка, дай-ка ему еще разочек. Сейчас. Тихо-тихо, голову держи сразу. Что? Что? Что случилось? Ты брыкнулся в обморок. Видимо, последствия драки. Ты у врача был? А? Ты у врача был? Я? Не, я как-то не подумал. Ну и дурак. Разгуливать с трясением мозга. Андрей, это ни к чему хорошему не приведет. Иди домой. Ярик, слушай, проводи его на всякий случай. Угу. Ты встать можешь? Могу я. Ну, давай. Тихонечко. Не спеши. Опаньки, встали.
Тихо, тихо. Да могу я. Да хорошо. Наши буфетчики всегда отличались человеколюбием и человекопониманием. И некоторые могли бы поучиться у них этому. Марин. Марин, успокойся, все будет хорошо. Вот водички попей. Не нужна мне твоя водичка. Чернов, что ты меня успокаиваешь? У меня все замечательно. Меня теперь в тюрьму могут посадить. Марин, да хорош глупости говорить. Это не глупости. Андрей сейчас упал в обморок в кафе, а Леонтьева бегает по школе и трещит, что мы с Андреем, что он меня... Марин, что ну я хватит! Его. Хватит меня успокаивать. Ты же вообще дурак. Леонтьева, тебе не надоело? Да, я с ним переспала, и киллеров тоже я наняла, но это твое дело. Марина, успокойся, хватит кричать. Мне можно, после такого мне все можно. Дура, Леонтьева, чем думаешь? Ты видала? Истеричка. Так, ты куда? Ты куда? Чернов, ты куда? Ты что, обалдели, что ли? Чернов! Вообще меня никто не замечает. Надо бы, что ли, в тренажерку сходить. Откачаться. Марин! Да. Алло, Андрюх, как себя чувствуешь? Прекрасно. Только в голове тысячи колоколов и глаза режет. У меня, походу, сотрясение мозга. Понятно. Марине сейчас очень плохо. Ничего ей полезно. Ну ей Леонтьева мега подставу устроила. Ты просто обязан с Мариной поговорить. Ну... Слушай, Игорь, да? Потом у меня башка раскалывается. Музыкальная школа «Гармония» слушает. Алло, Наталья Сергеевна? Это, извините, вас беспокоит Зоя Захаровна. Я по поводу вашей дочери. А что-то случилось? Да, случилось. Что-то ужасное? Ну, я не знаю, как вам это покажется, ужасным или не ужасным, но для меня это просто недопустимо. Извините, я вас не понимаю. Объясните, пожалуйста. Понимаете? Похоже, у Марины начались интимные отношения с одноклассником. Извините, Зоя Захаровна, но, по-моему, это не ваше дело. Нет, извините, но это наше общее дело. Учителя и родители обязаны и должны воспитывать подростков. И согласитесь, такое поведение Марины, оно просто, я не знаю, ну, как минимум, просто мешает учебному процессу. Спасибо вам огромное, я с ней обязательно поговорю. Да, пожалуйста, будьте добры, поговорите. Всего доброго, до свидания. До свидания. Господи. Ой. Это не школа. Это фантастика. Марина! Девизка! Да ну подожди ты, Марина! Марина, ну что ты в школе-то разоралась? Марина, ну успокойся! Да Марина! Ну представь, что я Андрей! Ну наори на меня, Марина! Ну что ты, ну успокойся, вот попей водички, ну что ты?
Игорь, прости меня, пожалуйста. Да ничего, Марин, ничего. Главное, что ты успокоилась. Пойдем зайдем, я все высушу. Да, это было бы очень кстати. А то зимой на улице, знаешь ли, мокрым не в кайф вообще. Марин, просто понимаешь, это тупой тупняк. Ты злишься на Сотника, Сотник злится на тебя. И вы оба думаете, что у вас есть для этого причин. А как будто бы нет. После того, что он со мной сделал. Да что он сделал? Игорь, ничего. Понимаешь, уже одно то, что я с тобой разговариваю о том, что у меня было с ним, это уже ненормально. Марин, из всего моего идиотского жизненного опыта я вывел для себя главное правило. Нельзя бросаться теми людьми, которым можно доверять. И ты, и Сотник, именно такие люди. А ты хочешь сказать, что ты можешь доверять Сотнику? Ну да. Ну, Марин, ну я же не прошу тебя с ним встречаться. Просто поговорите и придумайте, как вы можете спокойно переносить друг друга. Игорь, это бред. Понимаешь, я сейчас в школе не могу нормально появиться, а ты говоришь о таком. Здрасте, Наталья Сергеевна. Так это правда? Что правда? Марин, вот это. Мам, ты о чем? Ну вот дожила. До позора. Мне звонят на работу из школы и сообщают, что моя дочь, спасибо, уважила. Мам, прекрати, пожалуйста. Наталья Сергеевна, вы что? Ты мне только скажи, это какой, очередной или постоянный у тебя? Мам, хватит. Так, Марина, Наталья Сергеевна, давайте я вам сейчас все объясню. Я люблю Марину. Марина ответила мне взаимностью. А слухи в школе – это бред. И вообще, я сделал Марине предложение. Я прошу у вас руки вашей дочери. Ты чего с ним? Мам, что ты его слушаешь? Тоже мой защитник нашелся. Что ты несешь? Кстати, взаимностью ответил. Вали отсюда. Вали, 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 давай. И передай всем в своей дурацкой школе, что я там больше никогда не появлюсь. Ты понял? Тетрадь урок.